Всем салют! Трэп Перископ подготовил вам крутейший гивэвэй на нашей страничке в Инстаграме. Хотите стать популярными как Кизару, Фейс или может как Баста и Гуф? Мы разыгрываем месяц рекламы и публикации твоих трансляций на нашем канале Рэп Перископ. Все подробности у нас в Инстаграме. Переходи по ссылке и не упусти шанс стать звездой. Пау, пау, пау! Салам алейкум всем. Ждем офми. Офми выходит на связь. Офми выходит на связь. Никита. Здравствуйте. Никита. Йо. Здравствуйте, я здесь. Никита, здравствуйте. Здорово, здорово, здорово. Че, на балкончике? Ко мне ловится тепло. Солнышко? Нет, ко мне тепло ловится. Какой еще тепло? Не узнаю нифига. А. Вот так, знаешь? Это твой? Как зовут? Да убери лапу, дурак. Давай. Здорово. Чего, как проходит твой карантин на будни? Ну, как-то так. Все, тихо. Давай, садись. Опа. Заебался дома сидеть? Да не, нормально, нормально. Я и так, в принципе, дома всегда сижу. Чё мне заебалось? Угу. Типа, у меня образ жизни не такой, блядь, пойти, блядь, туда-сюда. Короче, с карантином никуда не поменялось, да? Не, ну поменялось, конечно. Так, ты куда, блядь, едешь? Давай. Слушай, у тебя качество, ты весь в пикселях. Давай. Давай.
Качество хуевое. Ну ты в пикселях весь, как будто у меня. У меня все четко, хуй знает, бро. Ну ладно. Короче, что, чем сегодня занимался? Лагаю. Давайте я попробую другую комнату. Слайд-шоу пати нас называют, прикинь. Сейчас я попробую переместиться, может, это поможет. Саша, не переживай, снимай своего ебала, типа. Ничего не видно больше. Так получше? Непонятно. Алло. Ну, чуть-чуть, да. Говорят, интернет у тебя слабый. А где роутер? Саш, я с тобой. Где роутер? Чё, хуёво? Я хуй знает, ребят. Да ладно, нормально, погнали, прям так. Я говорю, рассказывай, чем занимался сегодня? С собакой гулял. Насколько проснулся? Убивал фриков. Гонял на байке. Угу. Вот. В принципе, больше ничего не делал. Угу. Ты сейчас домоседствуешь и материал пишешь что-то? Где ты отдыхаешь? Ну, вообще нет, потому что я работаю на студии в последнее время. Не дома, поэтому как-то хуй знает. И плюс перерывчик такой сделал после тую как-то. Уже было типа дохуя работы написано. После тую, то есть я поработал уже жестко, когда был этот типа карантин, но официальной самоизоляции прям жестко не было. Я дохуя работал в этот период. Поэтому как только началась самоизоляция, я как раз, у меня уже все, что у меня было внутри, вышло, наверное, в этот момент, и перерывчик получился. Ну ты доволен альбомом-то вообще? В каком плане? Конечно, ну, это самый альбом, который я выпустил. Фидбэком нет. Полная хуйня, как обычно. Серьезно? Не оценили? Нет, как обычно. Что-то странная хуйня какая-то. Ну, подожди, ты, получается, сколько ты его писал? Ты писал его с прошлого лета? Или когда вообще? Сколько ты времени потратил? Да, наверное, даже чуть раньше есть некоторые треки, которые написаны были еще раньше. Потратили много времени. Ну, то есть мы долго работали, долго я отбирали треки. И все в таком духе. И вообще, типа, да, не в этом даже дело. А просто я считаю, что альбом как бы заебись, но и он не получил должного внимания, как, например, было со «Страха нет» в свое время. Вот такая тема. Ну, слушай, я так понимаю, самый большой хит — это что? С него. Как ты считаешь? Ну, что зашло больше всего? Баш? Баш классно зашел. А расскажи, как написали, как так получилось, что вы с Хаски-то сошлись? Ну, вообще мы с ним познакомились, по-моему, на концерте Тейпа. И пообщались достаточно хорошо. Так. Вот, потом виделись, потом он меня вообще позвал на репетицию типа концерта, у них был концерт в «Адреналине», по-моему. Вот. Мы там с ним тоже еще пообщались, встретились. Ну, короче, виделись что-то, но не делали никакого материала, даже не говорили как-то об этом, не знаю. Вот, потом прошло как-то много времени, я писал «Тую» и решил, что можно что-то сделать, встретиться там, подумать, вот, что было бы круто. И просто они пригнали с Болливудом на студию, там еще Степа Оса был, и мы сделали просто все вместе там, типа, с нуля прям на студии. Но мы обсудили заранее, типа, что будет вообще происходить, и мне очень нравится вообще, как получилось, это все было прикольно. Ты как Будда по комнате тоже ходишь, да? Да. Я не знаю. Так, трек с Буддой тоже вроде как люто залетел. Вот. Чё про него скажешь вообще? Он точно так же был сделан. Но с Буддой мы давно дружим, общаемся, видимся и так далее. Слушай, мне вот еще очень-очень зашла «Она». Вот, да, классный трек. Да. Это очень красиво. Это пацаны, которые меня сводят. Вот они «Страха нет» сводили. И мы с этого времени начали работать. А «Битло» весь продакшн тебе «Оса» делал, получается, да, Степа? Нет, не весь. Ну, почти там треков
11, по-моему, что-то такое. Угу. И с ним вы тоже уже плотно, короче. И в будущем с ним планируешь тоже? Ну да, мы еще работаем. У меня много вообще материала, который был сделан с ним, который еще не выпущен. Видимся. Но сейчас, типа, карантин, поэтому не происходит. У тебя же еще это из-за этой всей хуйни концерт перенесли, да? Когда будут? Всех, да. На лето? Ну да, ну типа, потому что мы могли бы и раньше, конечно, но типа смысла-то особо нет, потому что не факт, что можно... О, вот и качество подъехало, слушай. Все, четкий офми. Угу, угу. Так, 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 так. Что народ пишет? Концерт в Питере в один день с Буддой. Серьезно? Летом? В июле? Жестко. Я не знал это. Надо будет подумать. Это бред. Так, еще про альбом. Клипасы готовишь еще? Клипасы, да, конечно. Думаю, будем снимать. Пока что ничего не делаем, блядь, карантин. А так, по-любому будем клипы снимать. Ну, то, что вышло, то, что сделали ребята, это шедевр просто. Да, тебе не сказали. Расскажи вообще про эту поездку. Как вы организовались, как вам пришла идея с Сашей погнать и вот этим всем? У тебя заранее? Ты хотел вот эту всю азиатскую хрень? Не, нет, это типа... Ну, вообще, да. Это типа... В основном мы подбирали как бы трек под локацию. В этом типа фишка. Потому что мне как бы весь альбом нравится, и у меня нет никаких определенных там предрассудков, на что клип снимать или не снимать, я не знаю, нет идей заранее. Мне все нравится типа одинаково. И поэтому мы захотели снять клип в Гонконге, вот, и подбирали трек под это. Саша Сахарна это вообще все предложила организовать. Это все типа ее изначальная идея. Тяжко было вообще? За сколько? За два или за три дня это все сделали? Бля, я забыл, но дня 4 точно, по-моему. 3 либо 4, что-то такое. Были какие-нибудь ебанутые истории на съемках? Ну мы, бля, было просто очень тяжело, потому что мы, да, работали практически постоянно. То есть проснулся, пошел снимать, туда поехал. Даже не было времени особо похавать нормально. Вот, поэтому было, да, сложно. Но было круто в итоге, и получилось мясо. Да, клип просто шикарный. Так, что народ пишет? Давай посмотрим. Покажи футболку свою. Вирус. Такое, знаете, балаклавы еще такие раньше были, у меня красная была. А не балаклава, бандана, блядь. Как в этом, в убить Билла мужика. У народа какие-то странные очень вопросы, ну, как обычно, в принципе. Офми, какой твой собственный любимый трек? Ну, из последнего релиза, если. Мне нравится вообще «Кондиция» из To You, очень жестко. Вот. Если из To You смотреть. Вообще, мне все нравится, сложно. Не знаю, сложно так сказать. Вообще, любимый трек, который еще не вышел по классике. А у тебя есть такая хуйня, что вот ты смотришь на свои старые релизы и понимаешь, что бы ты переделал, поменял полностью? Или ты как бы... Нет, я вообще не слушаю, на самом деле. Как только... Я выпускаю релиз, я его отпускаю. Я вообще его не слушаю никогда. Абсолютно. Ну, только в редких каких-то случаях. Ну, потому что мне надо дальше работать, типа, все мне слушать старые релизы. Постоянно работаю в процессе, что-то новое делаю. Не останавливаешься никогда. Ну да. Как создавалась песня «Иск»? Очень необычный трек. Рассказывай. Иск вообще сделан в последние, наверное, недели 3 до дропа. То есть это прям последние треки, которые были на Тую, добавлялись, типа. Иск и Свет. Вот. Этот биты тоже пацанов, они пригнали
включили, я такой, о, мясо. И мы на студии, по-моему, либо я вообще сам это делал. Сложно. Я столько провел времени на студии и столько треков записал, что я уже начинаю, типа, путаться в треках и так далее. Типа, в одном месте все это происходило. И поэтому сложно так запомнить конкретно. Но... Бесконечный поток. Да, и вообще иск — это уже такая тема, когда я себе купил Mac и поставил Ableton. У меня пацаны помогли. И я начал сам, типа, подсводить себе. То есть они мне поставили заранее даже плагины, которые там более-менее он делает мне. То есть там мои какие-то специальные преднадстройки. И я их потом кручу, разбираюсь там всем этом. Короче, я теперь начал сам себя записывать и все это делать. И иск — это как раз такой трек, когда я себя сам записывал и сводил. Спрашивают, будут ли фиты еще с Депо? Может, и будут, кто знает. Я за такие вопросы не шарю. Я просто... Как пойдет. Да. Так. Что еще пишут? Про фиты. А, обложка. Что на обложке вообще? Что за абстракция? На обложке. Но вообще у меня такая фишка есть с этой обложкой, что я с детства вообще любил, когда на картине, на каком-то искусстве, да, как полотне, изображено много всяких деталей. То есть ты смотришь на картину и можешь увидеть абсолютно разные вещи с каждым разом, когда подходишь к ней. Вот. И мне очень это нравилось. Я в детстве очень, помню, залипал на одну картину дома, которая... Причем залипал на нее где-то пару месяцев точно, типа, ну, долго, короче, очень, может, даже год, я не знаю. И все время что-то новое находил. Вот. И я считаю, что эта обложка тоже такая, там видел очень много всяких деталей. И можно найти что-то свое, типа, поубирать, такой, ой, ничего. Психоделическая история, да, такая красивая. Ну вот, как-то так. Слушай, у тебя еще на альбоме есть чувак, который Лес Сны, я правильно говорю, да? Который поет. Это как раз мои звукари, по которых я говорю. Да? Все прям в восторге от рэнбишечки этой. И... Да. Ты что за парни вообще? Популярные бутылашки. Да я про них тебе уже говорил, ты чего? Точно, точно, блядь. Это, так. Народ спрашивает... Я могу показать, кстати, трючок еще. Хочешь снипет? Ты хочешь врубить что-то? Давай. Да. Хука. Это, короче, тоже продакшн их трек сделан после тую уже как выхода. Все. Ну, я просто буду сидеть, но из-за того, что Wi-Fi, мне пришлось перебраться в другую комнату. А у меня все там. Я вообще там чили. Так. Я покажу только хук, потому что в процессе там такой сложный трек, мы его записываем уже не первый раз, и бит тоже работаем не первый раз над ним. Короче, жесткий, мне нравится. Так. Все. Я думаю, с них хватит. Замечательно. Так, долбит нормально. Мне очень нравится, хочется над ним поработать уже. Но я думаю, что получится в ближайшее время. Ты пропал. Слушай, куда-то. Я... Ага. Слушай, все спрашивают, как тебе ЛДЖ, как тебе ЛДЖ. Вы же давно знакомы, насколько я знаю, да? Ну да, давно уж получается.
и спрашивают про совместные работы, но на этот вопрос мы уже отвечали, поэтому не будем ничего говорить. Да. Так. Тут был какой-то очень охуенный вопрос. LJ классный тип, мне нравится. Как тебе последний альбом? Как человек. Последний альбом тоже прикольный, есть классные моменты. Я так понимаю, вообще никто не выкупил за его концепцию, да, то, что он на каждом треке читает как какой-то рэпер, а там же в этом прикол, или... Я вообще не слушаю так, знаешь, если сейчас скажу сразу, тоже. Я вообще не слушаю русскую музыку, я могу так, типа, прослушать, а так, чтобы слушать, я вообще ничего абсолютно не слушаю. Короче, не вникаешь. И никогда не вникал, не слушал, да, вообще в жизни. А? Чтобы не вдохновлять. Я не знаю, нет, без всего, просто никогда не слушал, никогда, ну как-то не хочется, не знаю, не до этого. Прекрасно. Зачем мозги засорять? Ну типа того, может, не знаю. Так, вот человек спрашивает, пацы, посоветую реальный психоделский кинематограф, я хочу съехать нахуй с этой планеты, базар, мне скучно жить. Кино, что посмотреть? Я могу посоветовать в этом плане, потому что у меня охуенный вкус кино. Ну-ка, давай. Так, ну я недавно пересматривал фильм «Лучшее предложение». Очень классный. Прям. Это чье? О, настолько я не знаю. Я просто знаю хорошие фильмы, но не углубляюсь. Mm-hmm. Так, ага, вижу, да. Че «Лучшее предложение». Сериалов, если? Не, сериалы как в последнее время меня не затягивают, не знаю. Фильмы как-то больше. Из последних вот хороший, я помню, прям мне очень понравился в кинотеатре 1917. Очень классный фильм. Это военный, да? Я удивился, как он снят, ну, типа, режиссер, как раз режиссер, операторская работа была. Очень жестко, я такого не видел в таких военных фильмах. Alright. Чё по книжкам? Читаешь книжки? Как и все, в принципе. Мне кажется, это уходит в прошлое, да? Да ну, не знаю. Вообще хотелось бы почитать, как обычно, тоже, как и все. Ну, что-то вот все, у кого не спрашивают, говорят, что давно ничего не читали, может быть, ну, реально... стоит, не знаю, я когда читал, у меня нормально башка работала. А сейчас как-то я стал рэпером, поэтому мне особо не надо, чтобы у меня башка работала. Так. Да, говорят, вкус охуенный, но это факт. Могу еще фильм посоветовать. Погнали. Так, что мы недавно смотрели? «Нефть». Очень крутой фильм. О, да, Пол Томас Андерсон, да. Про добычу, да? Ну да, как чуваки нефть добывали. И съехали крышей, как комментаторы хочет. Как раз то, что нужно. Как чуваки сходят с ума. Но там он изначально повернутый на эту нефть, я думаю. Какой-то он такой уже. Его уже жизнь потрепала еще до всего, то, что начало происходить. Окей. Так. Че тут еще, пиздец? Слушай, на самом деле вопросики одни и те же. У тебя они вообще ничего не спрашивают, смайлики. Да, они просто, думаю, наслаждаются. Говорят, фист хаски охуенный. Да, это факт. Хаски Болливуд ФМ. Так, чё послушать? Тую? Конечно. Больше ничего не надо. Окей, давай тогда... Лирс Жару можно сейчас послушать, ещё тоже нормально. Кстати, да. И маму можно послушать ещё. А так вообще никого слушать не надо. Больше. Чё ты можешь вообще народу, какой месседж послать под конец, в это сложное время? Очень очевидный. Я думаю, сейчас они угадают сами. Это очень просто. Напишите, пожалуйста, что я хочу сказать. Я думаю, что кто-нибудь сможет угадать. Давай подождем, посмотрим. А ты понимаешь, что я хочу сказать? Нет. Никто вообще ничего не пишет. О, сразу первый комменты, второй. Ну, все четко. Все. Это значит, что, сидите дома, слушайте Тую, любите маму, любите Studio 21. Жестко, ну, блин, я еще хочу по этому поводу вообще сказать, реально сидите дома, потому что тема жесткая. Я уверен, что в течение 4 недель сейчас начнется уже пиздец. Поэтому лучше сегодня, а завтра, пока он не начался прям конкретный,
сидеть дома, потому что напрягает то, что происходит на улице и вокруг. Типа, я с собакой гуляю и хуеваю. А с чего? Народа. Ну, типа, сидят на лавочках, попивают пивко, просто ходят семьями, гуляют, блядь. Это все. Опа, Гришаня залетел. Привет, Гриша. Короче, будет пиздец. Йоу, what's up, Гриш? Как дела? All right. Как у Гриши дела? Так. Будда. С появлением Будды каждый раз все комменты. А где ты его стримишь? В Инстаграме? Или, блядь, на Твиче? Ну, вряд ли. Mm-hmm. Блин, я знаешь, что я начал играть в «Жизнь после» сейчас? Warzone как-то отложил надолго. Да, кстати, во что еще играешь? Ну, вот в данный момент Days Gone. Mm-hmm. «Жизнь после». Но я очень нравится мясо. Конечно, мотики в Glass Freak. Ну, чё? Подводим к концу наш разговор, а то мы да, уже... Да, сидите дома, слушайте есть маму. Все правильно. Все. Пока. Goodbye.